Правительство республики заинтересовано в развитии конкурентной среды в банковском секторе. Это приводит к расширению финансовых продуктов и услуг как для жителей региона, так и для предпринимательского сообщества. Этот и другие вопросы глава Чувашии Михаил Игнатьев обсудил с управляющим операционным офисом Чебоксарский банка «Финансовая корпорация Открытие» Владимиром Царевым. Владимир Царев рассказал, что в 2017 году ключевым акционером банка «Открытие» стал Банк России с долей в 99,99%. Была принята новая стратегия развития объединенного банковского бизнеса «Открытие» до 2020 года. К 2020 году в планах финансовой организации выйти на чистую прибыль порядка 70 миллиардов рублей. Однако чебоксарский офис уже сейчас демонстрирует положительную динамику. В банк «Открытие» в свое время вошло 14 российских банков, и в каждом банке, соответственно, были свои программы, там свои технологии, свои модели продаж. Вот сейчас стратегия 2020, она подразумевает формирование единого поля, единых как бы, вот, продуктов и так далее. Михаил Игнатьев проявил заинтересованность в подписании соглашения о сотрудничестве между банком ФК «Открытие» и Чувашской республикой. При этом он выразил надежду на вовлечение банка «Открытие» в реализацию инвестиционных проектов в регионе. Поэтому будем взаимодействовать на деловом уровне, не нарушая действующее законодательство конкуренции, соответственно. Хочется пожелать успехов.